уважаемые товарищи! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что в этот час нас снова собрала всех вместе испытанный и верный друг «Советская песня». Заключительный вечер 3-го всесоюзного телевизионного фестиваля «Песня-73» открыт. Сегодня в нашем празднике песни поют солист ансамбля «Советская песня» Геннадий Белов, артистка Валентина Толкунова, лауреат всесоюзных конкурсов, студентка Ленинградской консерватории Таисия Калинченко, лауреат всесоюзного и международного конкурсов, солист Белорусской филармонии Валерий Кучинский. Лауреат всесоюзного и международного конкурсов, солист Центрального телевидения и всесоюзного радио Лев Лещенко. Лауреат международного конкурса, заслуженная артистка Украинской ССР София Ротару. Лауреат международного конкурса, заслуженный артист Российской Федерации Эдуард Хиль. Заслуженная артистка республики Ольга Воронец. Лауреат всесоюзного и международных конкурсов, народный артист Дагестанской ССР Иосиф Кобзон. Лауреат международного конкурса, народный артист Украинской ССР Юрий Богатиков. Лауреат международного конкурса Муслим Магомаев. Мы сегодня с радостью поздравляем Муслима Магомаева с присвоением почетного звания народного артиста Советского Союза. Вокально-инструментальный ансамбль «Червона Рута», художественный руководитель Анатолий Евдокименко. Лауреат всесоюзного конкурса «Вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы», художественный руководитель Юрий Маликов. Ансамбль Центрального телевидения и всесоюзного радио «Советская песня» и лауреат международных конкурсов «Большой детский хор Центрального телевидения и всесоюзного радио», художественный руководитель Виктор Попов. Симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, художественный руководитель и главный дирижер Юрий Васильевич Силантьев.